В администрации области с участием должностных лиц обсуждена работа, проводимая по развитию государственно-частного партнерства в сфере культуры и искусства, дальнейшему расширению сети учреждений культуры, укреплению их материально-технической базы на основе государственно-частного партнерства, оказание качественных услуг населению. На сегодняшний день по области ведут свою деятельность 134 учреждения культуры. Согласно постановлениям Кабинета министров за номерами 570 и 30, 19 из них должны были быть предложены предпринимателям на основе государственно-частного партнерства. В этом направлении подписано всего 4 соглашения по Старгомском, Толякском районах и городе Самарканде, но практические работы до сих пор не начаты. Азаргам тумандаги 3-й сон, Орта Чархин маданият марказини биноси. Өткен ел 30 сентябрда Мәдәният вазирлиги ва шахмат ойлави корхона ортасида битим имзолаган. Бүгүнкү кунда шахмат ойлави корхонаси томонидан мазкур бинода 23% тазалаш ишлари олиб борилган холос. Бор ёғи. Ҳозирги кунга ушбу бинода туман почта хизмати ҳам фаъолият олиб бораётганлиги ҳамда почта хизмати мазкур бинодан тўлиқ чиқиб кетмаганлиги учун реконструкция ишлари тўхтаб қолган. Тойлоқ тумандаги 4-й сон Хожаюз Маданият Маркази ва Ширина Дилноза Нурли Барака ортасида 1 март куни имзоланган шартнома. Лекин ҳеч нарса қилинмаган. В соответствии с вышеуказанными постановлениями, по 15 объектам в Иштыханском, Катакурганском, Агдаринском, Пасторгомском, Самаркандском районах и городе Самарканде не определены партнеры. В целом, на сегодняшний день положение центров культуры в системе управления культурой плачевное. Из 78 объектов по области отремонтировано 22, 25 нуждаются в ремонте, 15 не имеют собственного здания. Хоким области распорядился в течение одного месяца руководство управления культуры совместно с хокимами городов и районов по результатам мониторинга сформировать перечень пустующих объектов для предоставления субъектам предпринимательства на условиях государственно-частного партнерства и организовать профилактическую работу в средствах массовой информации и социальных сетях с целью привлечения частных партнеров.